Всем привет! Шестой лунный день, начало весны, 1 марта 2020 года. И еще не было на канале луна в стадии растущего месяца на вечернем небе. Атмосфера сегодня не очень, дует ветер, дымка, но очень интересные структуры рельефа видны, которые я хотел бы вам показать. Как вы видите, при большом увеличении луна вся не попадает в поле зрения. Вот мы только что прогулялись взглядом вдоль лунного диска. Сейчас я не трогаю телескоп, он стоит на месте. Земля вращается, и луна опускается к западу по небу. И чем больше увеличение, тем больше заметно, как происходит это движение. Глазом в небе это заметно за несколько часов, несколько десятков минут. А в телескоп заметно за считанные секунды. И снимаю ее с новым окуляром 10 мм на телескопе системы Максутова Кассегрена, на том самом стареньком 1975 года. Получается увеличение 375 крат. В такой фазе Луну я еще не снимал, не делился еще с вами. Вот посмотрите, сейчас видны цепочки кратеров, видны складки на лавовых морях и трещина хорошо видна. А вот здесь очень интересно, обратите внимание, структуры рельефа. Похожие, опять же, да, на геометрические фигуры. Вот один из кратеров похож на многоугольник. Но это при определенном падении света. Потом проходит день-два, и уже смотришь на Луну, иначе падают тени, уже рельеф выглядит по-другому. Да, и напоминаю, не забывайте разворачивать видео на весь экран и выбирать максимальное качество, которое поддерживает ваше устройство в плеере YouTube. Распространенный вопрос на канале под видеосюжетами о Луне о том, что у многих кратеров кажется глубина одинакова. Но вот сейчас обратите внимание, даже у одинаковых плюс-минус кратеров в диаметре видно, что тени падают так, что глубина разная, все же разное. Вот в этой области сейчас видны очень интересные структуры рельефа, необычные трещины, цепочки кратеров, вот по центру изображения, и горы, похожие на стены, стоящие под разным углом. Это уже снимаю другим приложением на смартфоне, которое позволяет корректировать чувствительность и
экспозицию. То есть картинка может выглядеть иначе. Также есть возможность ручной фокусировки камеры смартфона. Атмосфера сегодня не супер, мне просто не везет этой зимой, но что тут жаловаться, такова природа. И хотя днем небо было ясное, ближе к вечеру появились облака и пошла дымка. Чтобы не повторяться о Луне, я вам скажу, что уже в тех видеосюжетах, которые есть на канале, я довольно многое рассказал о Луне, о принципе съемки. Смотрите видео. Также есть видео с Луной, ответы на вопросы, и в комментариях обсуждаем. Вот при минимальном увеличении, порядка 50 крат, вы можете заметить, какая сейчас дымка у меня, какие условия съемки, но все же нам удалось рассмотреть детали. Пишите комментарии, делитесь своими мыслями о Луне, о космосе, задавайте вопросы. Призываю к вежливости, никаких нецензурных слов, пожалуйста, в комментариях. Так что смотрите видео на канале. Подписывайтесь на новые видеосюжеты. Конечно, планирую снимать не только Луну, делиться с вами красотой не только Луны. Жду новую астрокамеру. Надеюсь, все получится и с новым телескопом. Еще красивее все будет выглядеть. Буду делиться с вами чудесами неба, так сказать.